Чуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Кря. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в... Нет, мы начинаем играть в 6 AM at the Chum Bucket. Помнишь старая игра 3 AM at Krusty Krabs? Это игра про Спанч Боба, которую весь YouTube снял. Вот вышло обновление, а точнее продолжение этой игры. И я думаю, что сейчас ее тоже весь YouTube начнет снимать. Ах, хайповая игра. Посмотрим, что это такое, потому что игра про Спанч Боба — это всегда интересно. И сегодня мы будем играть вот за этого вот прекрасного молодого... Уже, возможно, не молодого. Короче говоря, старого пердуна Сквидварда. Мы сегодня будем отправляться к Планктону. Воу! Какой у тебя офигенный велик. Ты бы хотел себе такой велик? Ставь лайк, если хотел бы такой велик, и подписывайся на канал. Ненавижу, когда так говорят. Но велик реально зашибенский. Кстати, велик больше меня. Ну или не велик, мотоцикл. Ну ладно. Итак, Чум Бакет, я иду к тебе. Красти Крабс! Мое сердце с тобой. На планктон ведро я иду сюда. И что у нас? Hello? Привет! Кто у нас здесь? Я, как знаешь, какой-то... Как его зовут? Это жанр музыки, который так делают. Вот так вот. Все поют. Я не помню. Джаз. Да-да, точно джаз. Меня зовут Сквидвард, и я пришел сюда. План номер 749, мы обманем людей, чтобы их есть наши гамбургеры. Оу, е! Но, в принципе, насрать, потому что я пойду и посмотрю. Это планктон лежит на полу. Планктон, ты такой плоский, хей, как твой юмор, хей. Понимаешь, твои планы такие плоские, хей, как твой глаз, хей. А еще ты доска, хей. Ладно, закончим с этим. Так, это что такое? Стул с пиками? Возможно. Хорошо, пойдем отсюда. Планктона убили, Сквидвард поорал, но все равно проверил. А теперь домой. Че за херня? Дверь закрыта, выберитесь отсюда. Напряженочка. Сделать бы погромче, а то будет совсем не страшно. Что происходит? А кто на меня будет нападать здесь? Найдите путь, чтобы выключить звуки. Но мне звуки не мешают. Туда можно только персоналу. Если туда можно только персоналу, то я туда, конечно же, пойду. Оп, нажимаем кнопки. Я просто нажимаю кнопки. Правда, я классный? Просто супер. Я думаю, что мне стоит пойти на работу какую-нибудь, в которой все связано с тем, чтобы я просто нажимал на кнопки. Хотя, постой-ка, я и так программист. Нет, тогда все нормально. Лаборатория. А что у нас здесь? Догис. Собакин. Здорово. Привет. Окей. Ладно. Любишь собак? Вот тебе одна. Держись подальше отсюда, написано. Но я не живу по правилам. Я живу, чтобы нарушать правила. Поэтому я, Сквидвард Витальевич, захожу. Че? Че? О, нет! Это же чья-то голова. Нормально. Пойдем дальше. Блин, тупик. Но тупик — это плохо. Да хотя, в принципе. Пока, голова. Кто ты вообще такой? Кто такой? Кит. А, ну да, тут из китов делают гамбургеры. О, ужас. Еще кит. Он делает нас гамбургерами. Страшно-то как. Делает нас гамбургерами. Ну, вообще, это было бы действительно страшно, если бы он делал нас гамбургерами. Поэтому нет. О, нога. Точнее, плавник чей-то. Закрытая комната. Люк. Я могу в люк? Нет. Люк, я твой отец был бы, если бы ты был человеком, возможно. Хотя нет, я же скидываю, точно. Ладно, пойдем дальше. Я не знаю, чего мы здесь боимся, и я просто... Привет! А ты кто? Окей. Это, походу, тот, кто за нами будет гоняться здесь. Машина! Какой-то машина опять устраивает бунт. После Детройта я везде буду видеть машин, которые пытаются устроить бунт.
Ага, это вот это вот, вот это вот та самая. Че? Ключ внутри меня, возможно. Может быть да, может быть нет. Класс, хорошо, давай проверим. Может быть да, может быть нет. И сейчас мы с тобой найдем ответ. Что находится в этой кастрюле? В этой кастрюле не херули. Ну и ладно, пойду я дальше. На этом мой стих кончается. Хорошо, вы ничего не нашли. Прям как мы с тобой в школе. Тоже ничего не нашли здесь. Я добавил смывальник. Ты рад теперь? Да, очень. Ключ внутри меня. Туалет! Ты можешь быть чуть более решительным. Ключ внутри меня, может быть да, может быть нет. Ты можешь просто прямо говорить. Ключ внутри меня, вы нашли ничего. Я так и знал. Я так и... Это женский туалет. Я так и знал, что женщины что-то прячут у себя в туалете. В данном случае они прячут ключ. Вот же они хитрые. Какие. Ключ все спрятаны. Ну ладно. Подожди, если этот ключ находится в туалете, то какая-то бабища в туалет сделала ключ. Хорошо. Прямо своего пердаха. Ладно, я нашел серебряный ключ. А куда он мне? Кого я вообще боюсь? Я не понимаю, кого я боюсь? Вроде никого не боюсь. Я никого не боюсь! О, офис. А, во, во, вот кого я боюсь, дружище. А, бля, не-не-не-не-не-не-не, слышь, не надо. Тупая машина. Серьезно, тупая машина, ты даже не можешь перейти через этот стол, да? Ой, ну какой тебе бунт, какая тебе революция, ты даже табуреточку обойти не можешь, ну давай. Ну, в следующий раз получится, Ты, главное, не огорчайся, машиночка. Окей. Так, серебряный ключ, по-моему, тут был. Вот замок. Да. Здесь же мы видели этого чувачка. Нажимание на кнопку. Откуда Сквидвард знает, какие кнопки что дают? Вдруг это кнопки взрыва, я не знаю. Или какие-то кнопки... Кримера. Брейкер. Комбо брейкер. А что я сделал? Я не прочитал. Меня испугали. Подвал. Ну-ка. Я не трачу свое время, чтобы идти туда. Ну, конечно. Сквидвард, у тебя так много времени, его нельзя тратить. То есть он просто подошел и начал теребонькать какие-то случайные переключатели. Я тебе говорю, а вдруг это взрыв какой-нибудь? Что происходит? Что тут? Постоянно вот это шептунов пускает, а? Не знаю. А ты знаешь? Ты знаешь? А я не знаю. Не, на самом деле я догадываюсь, это скорее всего робот. Пока, собака. Спанч Боб! Нет, только не Спанч Боб! Спанч Боб, дружище! Нет, Спанч Боб! Ему, он губка, что ему? Что ты сделаешь? Слизывай нормально. Вот я тебе говорю, Спанч Боб будет как огурчик. Нет, как губка. Губка как губка. Оу. Оу, мой фонарик не работает. Спанч Боб ушел. Найди. Тупая машина. Она появилась, походу, слева или справа. И она исчезла. Тупище. Что это такое? А, это я. Окей. Тупище, работище. Я знаю, вот здесь вот один переключатель был. Да? Справа. Это он? Это он. И ч?
чё? Я сейчас включу свет? Мы сейчас с тобой игру пройдем. Просто вот так вот чпонь-чпонь-чпонь и прошли игру. Ага, еще надо два найти. Да что тебе вообще все надо? Он исчез. Опять шептун опустил. Ха! Шептун опускатель. А где мне еще найти? Где мне еще найти? Ух ты, бляха. Это было страшно. Не, реально, это было немножечко. Немножечко страшно. Он в вентиляцию ушел. Спанч Боб ушел в вентиляцию. Спанч Боб, вентиляция, народ. Берегитесь. Берегитесь. О, вот он. Окей. Я там его не видел, поэтому он здесь должен. Это прям мозг. Мозг, думалка. Думалка, сообразительность, IQ всегда приводит нас с тобой к свету. Теперь идите на главную дверь. Что это было? Да ну ладно! Я не понял, а что меня убило? Что меня убило? Что это было? Что меня убило? Я куда-то подошел и что-то там нашел. Но это ничего, потому что не произошло ничего хорошего. Ёбушки-воробушки, это что еще было? Там, по-моему, на полу были какие-то чернила. И вот на эти чернила я наступил. И после этого мне этот скример прилет сделал. Вот на эту штуку я наступил. Ага, понятно. То есть обходим чернильные пятна. Спанч Боб косплеит Бендика. Спанч Боб косплеит Бендика. Ты какой упырюга. Кидарк косплеит Спанч Боба. Будь вот ты, Бенди. Да. Все, свобода. Я отсюда сваливаю. Вы все пошли нахер! Окей, план меняется. Фак! Нажми Е, чтобы сбежать! Я жму! Она не работает! Чё, на Сквидварде тоже теперь делают какие-то тесты? Не понял. Нажми выход отсюда. Мы превратим тебя в гамбургер, Сквидвард! Ха! Нет! Смотри, чувагу! Ты! Вот кто это написал? Отсоси лосося! Лох! Пойдем отсюда. Ёб твою мать! Ладно, забывай свой жертву! Да, ты забирай! Да! Забираю свое слово обратно! Так, направо! Прямо! Опа! Рост так! Бежи! Главное не оборачиваться! Ебака страшная! Так, это, по-моему, не тот поворот! Или тот! Неважно, просто бежим! Все пока нормально! Налево! Хопача! Четко! Как мастер! Отправь! Драматическая музыка, ты слышишь! Отправься на главную дверь и выбеги! Я должен сбежать отсюда, чтобы рассказать всем о том, что произошло с моим другом Спанч Бобом. Он сошел с ума. Привет. Он сошел с ума, так я это обойду. Он сошел с ума, и теперь он нападает на меня. Я должен добраться до полиции. Ты видел? Вдвоем такие. Шедевр. Я похлопаю. Это достойно моей похвалы. Шедевр. Я сбежал. Вы сбежали отсюда. Это было трудно. Вам пришлось потерять свою осьминожечность. Как человечность, только он же осьминог. Вам пришлось потерять свою осьминожечность. Я хотел какую-нибудь пафосную речь толкнуть в конце, но получилось. Ладно, мне не особо понравилась эта версия, потому что она какая-то не страшная. Было бы круче, если бы робот этот появлялся и мог бы меня как-нибудь напугать, а он просто появляется и все. Единственный нормальный момент был, когда появился большой планктон. Большой планктоша, тогда я орнул немножечко, вот так сказать. Немножечко орнул. Ну а так нормально. В принципе, неплохо. Достойное продолжение. Похлопаем ему. Эй!
Теперь ожидаем весь YouTube. Просто весь YouTube начнет его снимать. Но, по крайней мере, я знаю парочку ютуберов, которые точно начнут его снимать. Ну, а пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Пока-пока-пока. До скорого. Удачи.